участники третьей скачки в боксах. Дан старт третьей скачки. Вперед вышел Олимп. Олимп, Джессар. Остальные идут кучной группой. Олимп, Джессар, Вельтерск, Душа. Метров пройдено за 21,8 секунды. По противоположной прямой впереди быстрая. Олимп. Олимп. За ним плотной группой Вельтерск, Сорбон. 500 метров пройдено за 35 секунд. В левом повороте впереди Олимтерск. За ним Вельтерск, Сорбон. Замыкают быстро. Лошади приближаются к повороту на финишную прямую. Сорбон приближается к лидерам. 500 метров пройдено за 35,1 секунды. В борьбе по финишной прямой Вельтерск, Олимтерск, Сорбон. Острая финишная борьба. Сорбон выходит вперед. Сорбон впереди. В борьбе за второе Вельтерск, Олимп, Джессар. Сорбон увеличил отрыв от соперников и уверенно приближается к финишу. Сорбон финиширует первым, Джессар вторым и Вельтерск третьим.